Всем привет! Я, видите, я сам, как бы это сказать, ну не то чтобы лысый, ну коротко стриженный. Я люблю, когда люди тоже коротко стригутся, мне еще бабушка говорила. Пиццерюльник. Надо, чтобы у парня короткая стрижка была, а то вот смотрите, прямо вот такое зрелище. Ну вот туда. Поворачивай камеру. Тебе снимать? Да, снимай его. Снимай. Ну что это, ну парень с длинными волосами. Не хочет, чтобы его снимать. Ладно, вот есть девушка с длинными волосами, вот, пожалуйста, смотрите. Это клево. Вот, девушка клёва. Но я думаю, что девушке тоже надо. А, и сейчас мы это дело устроим. А, Маш, ты не хочешь сказать, для чего ты хочешь на лысо? Сейчас будет проходить священный обряд. Мундан называется. Как? Мундан. Мундан? Громче, пожалуйста. Мундан? Мундан. Это индийский, да? Да. И для чего он делается? Очищает карму. Вау, классно. Ну что ж, я тоже за чистую карму. Ладно, прежде чем мы начнем, ты можешь сделать... ну как бы это сказать? Сказать свое последнее слово. И вдруг ты откажешься. Прощайте, мои беленькие волосики. Всегда. Потрогай это орудие насилия. Подержи его в руках, пока я чайку выпью, а то как-то... Жалко. Даже стакан держится, а потом уже и все. Потом сила трения еще лучше будет, он еще лучше будет держаться. Не, он соскользнет. Хотя, потом соскользнет. Да. Ты платье одел, чтобы тебя не было видно? Да. Класс. Все, вы все видели как бы? Прижимайся спиной. Тебе так будет удобно? Будет прячь тоже. Откуда начинаем? Сбоку, сзади, спереди. Как тебе хочется? Начинаю откуда угодно. Ну? Сзади, может быть, сбоку. Сзади. Зеркальце. Может, тебе зеркальце дать? Начинай с бровей. Хочешь зеркальце? С бровей. Кайфово. Видите? Какие волосы. Сейчас их не будет. Нау. Как ощущения? Круто. Круто. Ощущение пошло. Вот они первые. На, понюхай. Как оно? Полетело. Сейчас мы половинку сделаем. И там будет круче. Признаться сказать, первый раз брею девушку. Мой навык. Я деда стриг, когда дед был живой. Машинкой. Там была другая машинка, такая механическая, это электрическая, это удобнее. Там приходилось рукой как бы. Ну дед понятно, что там, ему-то ладно. У него не было длинных волос, поэтому это не так выглядело. Ну здесь, конечно. Кстати, еще не поздно отказаться. Еще не поздно отказаться. Они когда висят свободно, не видно. Let's continue as is right. Покажите, пожалуйста, крупным планом лицо девушки, как она? Согласна ли продолжать? Ха-ха, куда деваться? Все уж теперь, да? А мы сейчас устроим тебе, как у китайцев было. Как некая плешь, а сзади у них росли. И они, или у японцев, у кого там было. И они как бы в косичку забирали все это дело. Священный обряд. Обряд. Не знаю, как насчет кармы, но от вшей это точно очищает.
Красота. У тебя машинка хорошая. Хорошая. Быстро стрижет. Можно и быстрее, я смакую. Ты давно ее покупал? Года 3 назад, наверное. Может, 4. И ты ею стрижешься, да? Да. Это прохладно говорится. Сейчас машинка нагреется, погорячее будет. Такая голова белая. Так тоже загорает, кроме меня. При волосах я гоню, не проницает. Оставить локон? Для потажа. Не, не буду. То есть тут парика не будет торчать. Челку оставляем? Виски косые прям. Да. Челку пореже, погуще. Да, быстро. 6 минут только видео идет. Да, я думал, сложнее. Я думал, да. Я теперь только на лысо буду стричься, но его мучиться в этом кресле парикмахерском. Твоя очередь. No! Я только после Юры. Я решил, что, ну, у кого волосы длиннее, с того и начинаю. То есть ты, потом я. Да. Третий ты, кстати. Я упорядочиваю, да? Я третий буду. Это музыка, что ли, каникулы у Бонифаци? Типа того. А я тренировался сочинять. Вальс. Или ну, что? Бонифаци авторские права предъявит. Нет, это персонаж. Ну, кстати, я думал сегодня прогуливался, тоже подстричься, но потом понял, что пожалуйста. Летом лучше. Да, летом загоришь и тепло. Да, сейчас прохладно. Придется сразу шапку одевать. А ты брить будешь? Ага. Приятно трогать, да? Ну, потрогай сам. Все. Светлый, все. Первую половину готов. У тебя глаза увеличились. Прям визуально больше стали. Да, лысая голова, она черты лица акцентирует. Да, то есть не забирает на себя внимание, волосы теперь нету, глаза бросают. Ну что, будешь волосы забирать? Или ты что с ним делаешь? Да. Не все, наверное, да? Пакетик дай. Я тоже замечал, когда коротко стригся, прям из парикмахерской выходишь, прям даже мимика по-другому смотрится и все. Когда челка опускается, все, и я тоже, я подтягиваться больше начинаю. Ну да, вариант. Одна польза, в общем. Девушка такая приезжает, спрашивает, а чего у тебя так много женских волос белых? Столько женских волос белых у меня еще никогда не было. Надо их тогда все в ванну запустить. Где будем? В ванне или тут? Пены там. Где то, что я доставала? Или сама будешь? Конечно, а лучше ты, распалить, наверное. А ты согласен, Саш? Ты
согласен? Это да. Ну, ты же отказывался, не хотел. Ну, хочешь, Макс, ты поорли, а я поснимаю. Думаю, что можно отвечать уже.